Привет, зрители, ставим лайки и поехали. Не так давно в одной небольшой деревне в Соединенном Королевстве состоялась свадьба. Казалось бы, ничего особенного, ведь каждый день кто-нибудь где-нибудь женится. Но именно это бракосочетание пользователи стали активно обсуждать в сети. Причина тому – нарушение традиций со стороны невесты. Девушка обратилась с речью к своей свекрови, которая, по ее мнению, вечно портила ей жизнь. Итогом стал полный разрыв отношений между новосозданной семьей и семьей жениха. Невероятно, но факт. Практически все пользователи, прочитавшие об этой истории, поддержали невесту. Дело было так. В небольшой деревушке планировалась свадьба. Само собой, ее собиралась посетить и мама жениха, которая, по слухам, была несколько своеобразной женщиной. Все потому, что женщина старалась контролировать своего сына во всем, в каждом действии и так всю жизнь. Несмотря на такой тоталитаризм, жених смог вырасти настоящим мужчиной с сильным характером. Он влюбился в девушку, на которой позже собрался жениться. Мама много раз пыталась поссорить влюбленных, но тщетно. И вот наступил день свадьбы. Само собой, странная машина приехала в церковь. Она была в черном платье, как на похоронах. Постоянно плакала и говорила всем, что сегодня худший день в ее жизни, стараясь при этом делать это погромче. Несмотря на этот спектакль, молодожены веселились, как ни в чем не бывало, старались не обращать внимания на эти выходки и фотографироваться так, чтобы мама не попадала в кадр. И тут неожиданно в обход традиций речь взяла невеста. Она решила поднять бокал за свекровь. Речь девушки была пламенной и искренней. Она заявила, что за 4 года знакомства с женщиной та всеми силами пыталась превратить ее жизнь в ад. Она постоянно оскорбляла ее, однажды даже подняла на нее руку, старалась рассорить ее с ее возлюбленным, делала все, чтобы они расстались. Хотела сорвать им свадьбу, пыталась подставить девушку на работе и еще многое-многое другое. Невеста заявила, что искренне ненавидит свекровь и надеется никогда больше ее не увидеть. Также она не намерена знакомить своих будущих детей с бабушкой. Кроме всего прочего, молодожены объявили о том, что меняет адреса и номера телефонов, чтобы мать жениха больше никогда не смогла их найти. Все это не из-за жестокости или вредности, а исключительно благодаря неадекватному поведению самой свекрови. После этой речи женщина разрыдалась и покинула свадьбу. Невеста же извинилась перед гостями, заявив, что молчать она больше не могла. В большинстве своем люди поддержали девушку, заявив, что она поступила правильно. А что вы думаете по этому поводу? На этом все. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также перейдите на наш сайт Остроумно. Ссылки есть в описании. Всем пока!